мира. А как говорится, сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Да, Нурлан, я с тобой полностью согласен. А меня не интересует твое мнение. Дорогие друзья, знаете, классное настроение. Ну, Нурлан, сходи за шампанским. Даниэр, сходи, пожалуйста. Сам сходи. Даниэр, сходи, пожалуйста. Сам сходи. Стоп, стоп. Как будто все это было. Дежавю, полный зал. Александр Васильевич стоял, и мы вдвоем спорили, кто за шампанским пойдет. Спорили, спорили, и ты пошел. А я не пойду, понял? Ты вот так ответил, и ты пошел. А я в твоем дежавю деньги не просил у тебя. На, возьми. За что люблю КВН? На сцене деньги всегда есть. Дорогие друзья, а мы начнем с хорошей казахской легенды. По древней казахской легенде, когда подует степной ветер, они придут с востока, смешные и добрые. Москва, встречай! Смешно добрые! Дорогие друзья! Быстрее! Дорогие друзья, ни тебе, ни мне, тем более не им. Представьте себе. Парк, ночь, темновато, да? Фонарь, смотрим. Извините, пожалуйста, можно с вашего телефона девушке позвонить, а? Конечно. Спасибо. Что случилось? Я вам не доверяю, здесь разговариваете. О, если не доверяешь, на, тогда сам поговори. Алло, как девушку зовут? Айгуля. Айгуля? Голос мужской. Это Айгуля. Айгуля, это кто? Это Нурдаулет. Нурдаулет! Дальше что? Скажи, я любил. И женщин, и проказы, проказы. Что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге, рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих на моем на жизненном пути. Трубку бросила. Сейчас поплачусь, перезвони. О, перезванивает. Я люблю тебя. Скажи, я тоже люблю. Не-не, я люблю тебя. Завязывай, брат. Это Москва, брат. Пойдем, пойдем. Давайте, друзья, представим горы Алатау, редкий казахский олень. Ломай меня. Ломай меня полностью. Стоп, я можно перед смертью любимую песню спою? Давай. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает. Эх, рога! Да что ж мы на волки казахские делаем? Да. Олененка талантливого съесть хотим. Да. Беги, олененок, размножайся. О, пацаны, базар нет, красавчики. Я извиняюсь, а почему мы его не съели? Одну секунду. Ай, капкан! А вот теперь приятного аппетита и не слушаем его, ребята! Не слушаем! Нас с вами связывает добрая история. А теперь представьте, казахские послы у Екатерины II. Императрица, челом бью. Там к вам казахи приехали. Пусть войдут. Так, стоп. Что это у него за длинный хвост от шапки тянется?
Это мы к гостинице привязались, чтоб не потеряться. Слушаю вас, казахи. А, женщина, мужчину позовите, мы да. с мужчиной будем говорить. Да, да. Я Екатерина Вторая. Ну, первую позовите, кто у вас постарше? Да. И я великая императрица. Приветствуем тебя, императрица. Вот пришли объединиться с Россией. Да. С чего бы это? Вас что, не предупреждали, что ли? Нет. В смысле, вы даже не знаете, от кого мы? От кого? Мы от безысходности. Говорят, что вы великая неформалка. Реформатор, реформатор. Тетя Кать, смотрите. Тетя Катя, давайте дружить. И что нам с этой дружбы? Мы вам в аренду земли будем давать. Да. То есть мы будем брать у вас землю, еще за это деньги платить, да? Да. Это же деньги на ветер. Что я сейчас смешного сказала? А вы знаете, как будет по-казахски деньги на ветер? Как? Байконур. Казахи, кажется, вашему крайнему послу плохо. О, нам пора, это гостиница, бизнес-ланч зовут. До свидания. Так, все вышли, олененок, тетя Катя, все здесь. Дорогие друзья, сегодня добрая игра. Нурлан, ты верно говоришь, добрая игра. Можно я попробую сказать? Конечно, конечно. Спасибо. Как говорится, от добра добра не ждут. Если ты сделал человеку добро, не надо его ждать. Понимаете? Подожди, иногда да нет. Иногда больно такой степени. Ты же этот текст весело говорил. А чего щипается сзади? Это шутка. Дорогие друзья, а если серьезно, многие люди не обращают внимания на слова финальной песни. Эту песню послушать стоит. Yeah. Подросток 15 лет, взрослеет рано, в социальных сетях, сидя у экрана, стираются грани, рушатся структуры, в виртуальном мире нет понятия цензуры. Живое общение сведено на нет, наше поколение обречено на интернет. Кругом одни писатели, а где сценарий? Их вдохновение хватает лишь на комментарии. Но среди превратностей, пошлости и вздора одного не слушают, тогда мы скажем хором. Есть три буквы, часть нашей культуры, старая, добрая, аббревиатура. Зал, свет, звук, зритель, смех, жюри. Пять. Достаточно.